Ух, ёпта. Нихуя себе. Фургенский, да? Всё. Вот это называется вакуумный взрыв, ёпта. Ну как? Охуительно. Я подожди, тоже маленький зеленого цвета. Ну подожди пока. Я позырю, горит, не горит. Блять! Дышать не зуба. Кислород горит? Да. Пиротехники. Ну это он догорает, похудел. Да. Не, не ёбнет, не ёбнет. Слышите, там справа горит. Бля, ветер бы хоть поднял. Там за березой горит. За березой? Вот, что там. Очень хорошо горит. Пойдем, пойдем. Давай, пойдем. Давай, давай. Давай, лопатку быстрее. Нет. Откуда ты знаешь? Вань. Нет. Бля, второй, по-моему, сгорел. А так ходите оттуда. Лопаты несите. Ух ты. Аккуратней, там шар, Ваня, все. Да, да. Что, по воду полезла, да? Да водой, да, ты вообще, она струей это летит, надо спустить. Где шар? Ваня, где шар остались? А? А где шар остались? А из стрижек. Вон и чудили, как будет гореть. Не, ну его раз это. Ваня, отойди. Так, три лоба, три вон, а второй лоба. Или сейчас раз два лоба. Да нет, это хуйня горел. Так пошли палатки делать. А стрелять? Ебучие рога. Ну, всем понравилось, да? Не, ну сначала эффект был хороший, да, такой? Да, да. Да я первый раз не видел, давайте повторим. А где ты был-то? Я был за машиной. А было грибок видно? Я только слышал, бах.
расплавится на солнышке. Да, второй надо утилизировать, и все. Сейчас там, чтобы дым маленький, то я его уже не вижу. Бля, земля горит нахуй. Ее хватаешь, она горит. Что-то прокипалось. Да. Ну да, ты стекло разлетаешь. Бедные ганки, блин. Привет. Вон туда, бля, осколки полетели. Ну что, горим? Ну не столько. Горим. Горим, где? Ну это там в Самаре горим. Том? Да, он полный. Его по-любому надо что-то с ним делать. Где он есть? Я сразу открытый, выглядит такой, понимаешь, что закрытый. Зашипит, отбрасывай сразу. Или поставь просто сюда. Не, загорит трава. А куда они его заряжали, бы шпиели его. Чуть не знаю. Да. Промазал. Ща, мимо, ёп. Дорогие выстрелы. Да ну это Барнаул, ё. А. Это Барнаул. Видишь? Есть. Просто загорел. Ой, это правильный старик. Он открытый просто был, поэтому загорел. Да, по ней это не надо. Да, это уже а это то, что видишь, он не въебал, он просто загорел. То, что он открытый был, наверное. Ну что, на этом у нас все, давай. Да, вот, да. Все, спасибо большое. Да ну, девушка. Да там, блядь, сидел болеть. Чего, он ничего. Еще сильнее будет гореть. Да? Да. Теперь точно побед повесит. Победа. Заранее, что будет происходить? Что у вас ну что, да он, да, он такой человек, он может возле дома, бля, бегать, а колесом без дома. Да, все нормально. Все нормально, горим. Это просил, да? Я вроде... Это я. Ну давай, ага. Ну да, самый конец потом. Бесполезно. Слушай, а на сколько он метров бил-то, бля? Пока ты шар? Смотри. Огнемет, заряд. А, 250-300 это по правильной траектории, а по неправильной до 500. Да ну. Да. А знаешь, чем вышибал? 16 калибра, значит, патрон. Вышибной патрон был. А теперь смотри, наши были здесь. Ну, сухарь, что? Ну, я знаю, он вот как раз тебе... Вот линия обороны здесь проходила, а там Дуракова дальше да. Говорит. Вот как раз вот они здесь стоят. Ну, из Москвы. Вань, сколько? Часа 4 ехать из Москвы, да? Сюда? Да? Сюда, ложу. Ну, если не быстро, часа. Да. 3 часа. 3-4 часа. Если не быстро, 4. Ага. Давай. Ага, пока. Хорошо. Ты залез с помощью поля, надо все пройти. Да, я говорю, там двух штук в свое время мужик начал пахать, прям саперник, багажник. Ну вот фронт работ, блядь, есть. Пиздец, да? Ну да.
Здорово, бля. Нет еще шаров? Мне понравилось. Бам! Ну горит, конечно, она, блядь. Ну видишь, здесь горит, тут видишь, это, короче, этой весной же здесь траву не жгли нифига. Угу. Она вот эта прошлогодняя, трава-то загорела, свежая-то нет. Ну вы, блядь. Это что, сейчас копануть, она там все горит? Да. Терина, термит 6. А что там, блядь, какая хуйня? Какой там диопероксид, блядь, что-то серый какой-то там, блядь, еще что-то. Конечно, не пиши вашему человеку, да? Ну, вообще вот какой-то специфический, да? Все сгорит. В общем, а ты прикинь, иногда яму копаешь, да? Все обуглено, все оплавлено, думаешь, блядь, что тут сюда залетело? А все просто, ёпта, вот эта хуйня и залетела, ёпта. А ты прикинь, вот она попадает просто в жилуху, попадает, вот такой взрыв, блядь, и все. Не надо никакого снаряда, ни летухи, ничего, блядь. Все, всем пизда. Все сгорело нахуй, все. Алюмишки плавленые, стекла. Вот нахуй, пожалуйста, блядь. У них и цена-то, наверное,